11 марта, протестная суббота, площадь Ленина, Новосибирск. Вот сегодня у нас стоит два пикетчика, еще у нас там Зинаида стоит, ее отсюда не видать. Константин у нас вышел за свободу, равенство, дружбу народов. Василий у нас анекдот политический рассказал сегодня. Вот это у нас тоже оппозиция идет. Подрастающее поколение выгуливает. Это наши оппозиционеры. Юрий Зимин, скажи что-нибудь коротко нашим... У нас конкретно есть предложение в городе Новосибирске поставить памятник жертвам гражданской войны белым и красным. Мы имеем право на этот памятник, потому что мы середина России. И у нас здесь был и Колчак, то есть белогвардейцы, и красногвардейцы. Потому что на русской земле пора прекращать все, что связано... России, где поставим памятник? Памятник поставим, наверное, даже может быть и вот, а где-нибудь и здесь можно потом. Прям возле Ленина? Ну, я думаю, что здесь можно расширить, прям расширить. Я думаю, где-нибудь возле столба. Я думаю, что Ленин не будет возражать. Вот у нас Петр Ощепков сегодня. Петр, ты молился сегодня, получается? Молился. Молился, то есть я тоже записал тебя. Ты просил Иисуса Христа о чем? Я просил за свободу, за хороших, за журналистов просил, за всех деятелей культуры просил, чтобы их больше стало. Но я все по Библии просил. Библия говорит, чтобы молитесь, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я считаю, что вот народ необузданный, народ без ведения. Надо кто-то образумлял этих людей, всех говорил, рассказывал им. Я не обижаюсь народ. Я думаю, просто народ приучили, отрисовали такими быть. Вот. Они не виноваты, что так мало учителей, что так плохо их учат. Ну, отличная молитва. То есть, я думаю, всех можно призывать, граждан нашей страны, всех, кто любит наш русский народ, наш российский народ. Надо призывать к коллективным молитвам, к молитвам, потому что надо молиться, потому что у нас очень много бед. За это надо молиться, и Бог нам поможет, так ведь? Да, меня призвали как раз к этому, просили, говорят, надо выходить и молиться. Я полностью согласился, я поддержал эту идею. Отлично. Вот у нас Рашид сегодня вышел за Марию Пономаренко. Марии Пономаренко сегодня передали большую передачку. Около 10 килограмм Яна Дробноход передала. Она сегодня не здесь, потому что она там. Мария передала привет на площадь Ленина всем нашим. Будете писать, передавайте. Большой-большой привет. Мы за нее болеем. Мы все любим ее и болеем за нее. Спасибо, раз. Уважаемые граждане, присоединяйтесь к нашим личным встречам и ко всем законным протестным мероприятиям по всей стране. Потому что если мы не будем бороться за нас, никто бороться не будет вместо нас. Так я приехал. Приходи.